Здравствуйте, уважаемые зрители канала Анатолий Савельев. Сейчас я покажу, как я готовлю утку с овощами. Это уже давнишний рецепт. Каждый делает, конечно же, по-своему. Я просто поделюсь, как я это делаю. Берем утку, утка домашняя. Вот. Это сейчас вот ее обпалили. Теперь надо ее тщательно вымыть, порезать на порционные куски. И дальше будем жарить. Специально фирменно. Блюдо получится вот именно от Валентины Николаевны в стиле. И, конечно же, секретный ингредиент – домашний жирочек. Уважаемые зрители, вот утка порезана на порционные куски. Приступаю ее в жарке. Вложу немножко сальца жирочка в сковороду, потому что на голой сковороде ее не прожаришь достаточно. И первое вложу куски. Вот то, что жир, утка жирная, вложу их. Для чего? Для того, чтобы они жарились и выходил с них жир. Вместе с домашним жирком. И с мальцем. Так, теперь сразу обвалили в жирку первый обжаренный кусочек. Уважаемые зрители, делаю первый слой. Посаливаю его немножко, перчу обязательно. Перчу на него и засыпаю овощами. Вот, теперь будем ждать следующий слой. Тут и перчик, и лучок, и все. Здесь перец, лук, вот. Это то, что вам нравится. Можно морковку, но то, что вот есть, что нравится. Самое главное, овощи. Да. Слой, также его подсаливаю, да, также его перчу, также посыпаю овощами, да. Теперь все готово, поджарено, все. Лук, перчик, здесь все, молотый перчик, все готово. Переложили, накрываем и тушу. Все. Уважаемые зрители, утка готова. Пожалуйста, картошечка, помидорчики. Все вкусно, пахнет. Мне этот рецепт больше всего подходит. Мне он нравится. Если вам нравится, можете пользоваться моим рецептом. Вот. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал Анатолий Савельев. Ставьте классы. Да. И всем пока-пока. Просто божественно. Бесподобно просто. Не от того, что я любитель утиного мяса, а просто
То, что так изготовлено, просто обалденно.